Швейцарии судья спровоцировала сотни протестов, смягчив приговор насильнику из-за недолгой атаки на жертву. Митингующие вышли на улицы после того, как судья обвинила в произошедшем женщину и заявила, что преступник истязал ее всего лишь 11 минут. По мнению суда, пострадавшая сама спровоцировала насильника. Приговор возмутил жителей Швейцарии, они устроили акцию 11-минутного молчания, чтобы поддержать женщину. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.